Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Redmi Watch 4. Сейчас я покажу вам, как поменять яркость экрана. Итак, мы открываем настройки. Выбираем экран, яркость. Отключаем автоматическую яркость. Либо можем включить автоматическую яркость. И можем нажать «Настроить» и вручную настроить яркость. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.